Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня обновление сервера. Сейчас пробежимся с вами по пунктикам, что есть интересного, что есть на АЭСе. И у нас будет мега роллинг нового героя. Аккаунт Сереги. Топовый аккаунт на АЭС сервере. Идет в топ. В общем, первое, что нам кидается в глаза, это обмен шарик. Вчера здесь был полный трэш на АЭС-сервере. Целые сутки они не могли загрузить нормальную обнову. Она не работала. Ну, думаю, многим из вас это знакомо по русскому серверу субботнему обновлению. В общем, что здесь интересного есть? Такой же обмен, но есть обмен героев. То есть, как видите, обмен героев довольно-таки неплохой для доната, но, скажем так, для бездона это реально бред. Но он здесь есть, на русском сервере его нет. Ну и самое интересное, обмен предмета. Здесь тоже его ввели, но по сравнению с немкой, которую я вам показывал, там еще два дополнительных обмена есть, этого нет. То есть здесь просто чисто можно менять. Вот видите, у него перелимиты. Можно поменять, чтобы место не занимало. Вот взял 40, поменял, и пусть все валяются. Потом можно открывать. То есть очень удобная тема для доната именно. Для бездонов это Unreal, я вам просто так скажу, в ближайших пару лет. В общем, шарик есть. Поехали по основным. О, настолка есть. Сейчас пойдем на столочку еще глянем. Так, обновление. Королева Оси Дуэлянт. Дуэлянт здесь еще недоступен. Парящий остров здесь награды не поменяли, то есть его можно будет получить за пыльцу. Что тут у них интересного есть сегодня? Скины. Фобушка, наборчики. Ну, в принципе, видите, королеву ос можно и так купить сразу же, причем же в первый день обновления. Но они затянули обнову на один день. И даже не закинули сюда обычных. Ну, можно получить суперсилу. Топовый талантик на сегодня для многих героев. Так, ценный набор с пыльцой, в принципе, тоже неплохой. Карты смены, 20 этих, вообще выгодное предложение. 3000 книг, ну, книг у него тоже хватает. Вот, с фобушкой. Так, базар, набор накопления, это он что-то забирал. Пыльцу забирал. Ну, остальное, в принципе, фигня. Что по картам? Так, набор одного самоцвета. Вот такой вот набор нам тоже давали, но нам, по-моему, давали еще карту на, по-моему, на подземке или куда. На немке там вообще плюс две плюшки были, там были две карты. Ну, по-разному, как видите, карты командного подземелья. Так, что еще интересного на рынке? Ну, все, вроде то же самое, что и на английском сервере, только у нас 500 или 600 осколков, а здесь целого зефира пока дают. Не дают так. У нас похожий пак на английском сервере. Поехали по событиям. Посмотрим. Парящий остров. Магия бесплатно. Немножко кгшечек прибавил на аккаунт. Такс. Обновление. Королева Оси Дуэлянт. Дуэлянта я вам уже показал, можете посмотреть. Дуэлянт, ребята пишут. В чате пишут правильно. Про обнову. Короче, жесть полная. Два героя. Я вам сделаю такой мини-обзорчик для АЭСа. В общем, два героя у нас есть новых. Это вот Дуэлянт. Донатный, которого можно будет собрать за осколки с парящего острова, поэтому не спешите либо за сумки. Я с острова его вчера собрал, только пыльца нужна, и королева ос, которую можно выбить, и мы будем сегодня ее выбивать. В общем, вот так вот. Дуэлянт, в принципе, мне нравится очень. Королева ос, я ее слил, поигрался немножко, я ее просто тупо слил. Максимальной прокачки удалил. Дальше, 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 дальше. Давайте так по списку будем топать. Два супер питомца, он уже их забрал. И два мутанта. То есть, вот, ну, кстати, нету у него здесь
Роллинг вчера был по 1500, блин, они его захерили за свои обновы. Вот, два суперпата, сокол, волчонок. Ну, я вам скажу так, надо выбивать супер питомцев, супер мутантов и качать их первыми, потому что там статы просто нереальные. И эти питомцы дают силу вашему герою. То есть усиление не так, как герой дает там, влияет на скилл питомца и питомец. Здесь все наоборот. Здесь вы заходите на мутировавшем 4 открытых статки, вы их качаете, качать реально их нормально. Я около 100 штук слил на прокачку одного. Потом качаете ему скилл и качаете левел. Статы дают бешеные. Но мутанты реально лучше всего первыми качать. Обалденная тема, конечно, но очень мега донатная. Ну, итемы можно получить, я уже показывал, с КБшки. Здесь фармите. Здесь вы будете зеленые получать. Сокровищница. Ну, убивая зеленые и синие итемы. А печеньки надо все-таки вытаскивать за зеленые итемы. Но печеньки самые основные будут при прокачке. Вот препарат роста. Также в подземках падает. Добавили два подземелья новых второго левела. Море одинокое, море 2. Где вы сможете... В принципе, получить, поменяли награды, получить дуэлянты, осколки, но не надейтесь на это, шансы реально печальные. И добавили разлом. Вот, добавили разлом, здесь вы можете тоже получить новые топовые крутя. Книжки на питомцев можно купить в магазине. То есть с того, что есть. Вот, магазинчик, заходите. Вот они в конце есть на питомцах, по 200. Так, ну и, конечно же, гильдия Асгард, ребята, кто играет на сервере, кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места битва гильдий. Атака фортов. Что у них тут по БГ было в прошлый раз? Забрали плюшки. Ну, тут разница в силе, как видите, разная, большая очень. Тут такие топы, каких на русском сервере нет, и на английском частично нет, потому что здесь топ посерьезней будет. Ну, поменялся, конечно же, оформление. Так, топ 4 аккаунт, ну, ничего, скоро догонит. Так, дальше. Что еще интересного есть по обновлению? Пойдем на столочку, сыграем. Колесо фортуны. Так, обновление. Ну, облики. Сейчас я вам покажу. В новом Battle Pass будет Boogeyman со скином. Я вам сейчас покажу новые квесты. Давайте квестики покажу. Добавили квест. Вот квест «Продвинутая битва». Героя со звездием 18 и выше, то есть с прорывом. Вы можете забрать плюшки. Добавили также за питомца. Это я вам, в принципе, показывал. То есть вы квесты будете делать, увидите. Дальше у нас скины. Добавлены облики. Еще тут половину обликов нету. Добавлены облики на дуэлянта, вот такой вот у него облик будет, и на королеву ос. Я тоже их показывал уже, и у нас есть вот облик на Boogeyman. Если вы вот так вот нажмете, третий сезон Близ турнира, то есть он будет, Boogeyman будет в следующем сезоне. Дальше. Что у нас еще интересного есть? Битва показал. Ну, исправлена ошибка смены имени и склад. В общем, ребят, такая вот обнова на iOS-ике. Поехали посмотрим на настолочку. Что у нас тут в настолке интересного сегодня есть? Так, что у них по обмену? Рогаточка так и осталась. Поехали. Go! Let's go, baby!
Стоп-книжечек ему тоже, в принципе, они нужны будут. Сколько она идет? 27-я, 27-я. Один день. Уменьшили награду все-таки. Урезали, ребят, халяву, к сожалению. Урезали, урезали. Зефир аж 15 пазлов. Нифига себе. Вот это ребята дают. Рулетка удачи. В общем, вот такая вот обнова на сервере, в принципе. Ну, такая же, как и везде, но здесь уже сразу начали продавать королеву ОС. Ну, а мы ее будем выбивать, поэтому ждите топового видосика с выбиванием на этом аккаунте. Прожимайте лайки, начал я вам делать обзорчики и на АС-сервер. Кому надо ролики, пишите. Вступайте в гильдию Асгард, какая там у нас по топу. Было топ-11, уже топ-8. Топ-8, ребятушки, топ-8 по силе. Кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.